Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова, и недаром я сегодня без макияжа, потому что мы будем делать маску из биоцеллюлозы. Серия Novage Procuticals, шикарная серия. В этой линейке несколько крутых продуктов, которые я уже тестировала, а маску мы будем делать с вами вместе впервые. Итак, чем эта маска интересна? В ее состав входит ниацинамид, это водорастворимый витамин В3. Он увеличивает толщину рогового слоя и повышает его увлажненность, а также придает здоровое сияние коже и стимулирует синтез коллагена в дерме. А цинцелла азиатская обладает ранозаживляющими и укрепляющими свойствами, уменьшает воспаление и образование рубцов. А сама биоцеллюлоза, из которой изготовлена маска, она повышает способность, то есть лучшую передачу сыворотки и сохранение влаги в коже. И сейчас мы будем это делать вместе с вами. Я покажу, как правильно масочкой пользоваться, потому что она немного необычная. И хочу вам сразу сказать, прежде чем наносить любую маску, нужно сначала хорошо очистить кожу. Я использовала средство серии Novage, гель-тоник 2 в 1. Я очень люблю это средство. Но так как у меня кожа нормальная и слегка выражена Т-зона, то после умывания через какое-то время все-таки вызывает желание нанести крем, сыворотку, то есть увлажнить кожу. Поэтому сейчас сделаем маску. Очень удобно, на масочке есть специальные такие зарубки, за которые мы можем потянуть и открыть масочку. В ней много сыворотки, поэтому аккуратно, маску не кидайте. Мы ее держим вот так вот вертикально, и я извлекаю маску. В чем здесь хитрость? У этой маски есть два слоя. Мы ее разворачиваем, она так вся аккуратненько собрана в кучку. Мы ее вот так вот аккуратно раскрываем. Открываем, и вот смотрите, внутри есть такой шершавый слой, вы его не видите, вот так на ощупь вы его почувствуете, очень шершавый слой. Сейчас я посмотрю, где он. А вот сначала мы снимаем, удобнее, наверное, будет снять, ага, вот этот внутренний слой. Сейчас, секунду, найдем, как его отделить. Вот так я подцепила пальчиком и снимаю вот этот плотный слой. С другой стороны сеточка, сетку будет удобнее снимать уже, когда вы маску поместите на кожу лица. Вот так я отделила, этот слой мы просто выкидываем, а вот саму масочку сейчас вместе с сеткой нужно распределить по коже и все расправить и разгладить, а потом удалить сеточку только после этого. Так, я прицеливаюсь. Ой, какая она холодненькая. Кстати, в инструкции так и написано, что она охлаждает кожу, освежает. Вот так вот отлично. Все размещаем по местам. Нос на носу, рот там, где рот. И вот сейчас можно будет снять сеточку. Смотрите, здесь есть специальные разрезы, чтобы хорошо разложить маску. Так, и надо удалить сеточку сразу. Так, подцепляем за краешек сеточку и аккуратненько ее снимаем. Вот такая сеточка. А все остальное аккуратненько разглаживаем. Масочку оставляем на 15-20 минут. Желательно это время провести в спокойном состоянии. Лучше полежать, порелаксировать. Такая смешная в этой маске. На себя не похоже. И, конечно, когда делаете такие маски, лучше не болтать, а просто отдохните. Пусть масочка поработает. И я к вам вернусь через 20 минут. Ну, 20 минут пролетели очень незаметно. Я сниму маску, а то говорить не очень удобно, и расскажу про свои ощущения. Снимаю маску, также подцепив снизу и вверх по массажным линиям. Слушайте, какая она приятная!
Я просто в восторге. Вот такая вот стала маска. То есть ее уже использовать повторно точно никто не будет. Надеюсь, вы и любые тканевые маски не используете второй раз. Вбиваю сыворотку пальчиками. И пока она до конца впитывается, я расскажу, какие у меня были ощущения. А, кстати, потом уже не нужно наносить сыворотку, она уже есть, просто дневной крем для кожи вокруг глаз и крем для лица наносим и делаем свой привычный макияж через некоторое время, когда крем впитается. Итак, вот у меня все время было ощущение холодка, такой прохлады на коже. Я не знаю, насколько сейчас заметно или нет. У меня даже как-то кожа отдохнула из-за того, что все было как-то зафиксировано. Такое ощущение, что кожа такая отдохнувшая. Приятные ощущения, очень мягкая кожа. Мне кажется, даже чуть-чуть румянец появился. Но то, что она какая-то стала напитанная, однозначно. Так что пробуйте, делайте маски, это очень полезно. Ваша кожа будет благодарна, если вы будете ее баловать масочками, особенно такими крутыми, с богатым, насыщенным составом. И до новых встреч. Если маску, кстати, пробовали, напишите свои отзывы в комментариях. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.